За 9 месяцев на территории Одинцовского округа было составлено 484 административных протокола о незаконном пребывании иностранных граждан. Взыскано штрафов на сумму более 10 миллионов рублей. Об этом рассказал журналистам заместитель начальника миграционной службы УМВД Алексей Красников. Поставлено на учет 68 155 иностранных граждан. То есть данные иностранные граждане могут легализовали, так скажем, свой правовой статус, которые в дальнейшем могут получить разрешение на работу, либо патенты на работу. Патент на работу, разрешение на временное проживание, регистрация по месту пребывания. При своевременном оформлении этих документов иностранные граждане могут легально находиться и работать на территории России. Те иностранные граждане, которые легализовали свой правовой статус до 30 сентября 2021 года, они вправе также обратиться в наше подразделение и оформить себе миграционный учет. Вот. Те иностранные граждане, которые не успели легализовать свой правовой статус, то есть до 15 марта 2020 года не обратились в наше подразделение, те иностранные граждане незаконно находятся на территории нашего района. При выявлении случаев незаконного пребывания в отношении мигрантов составляется административный протокол. В дальнейшем материал передается в суд для принятия решения. Иностранцы, игнорирующие требования действующего законодательства, должны покинуть территорию нашей страны. Евгения Августина, Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».